Всем привет, с вами Фокс, и в этом видео я хотела вам рассказать про оригинальный шлем MSI Mitch 2001. Итак, Mitch. Mitch — это не совсем шлем, больше как программа, которая расшифровывается как Modular Integrated Communication Helmet. Она подразумевает собой шлем с интегрированными в него коммуникациями. Данный шлем использовался зелеными беретами, морскими котиками и многими другими подразделениями USSOCOM. Также на примере DevGru хотела бы вам сказать, что когда к ним пришел Maritime, они не стали полностью отказываться от этого шлема, и до сих пор используют Mitch 2001. Так, давайте теперь посмотрим его поближе, и я расскажу, как я его использую. Покупала этот шлем я в зеленом цвете, потом красила крейлоном, песочный цвет. Так, здесь вы можете спереди увидеть площадку для шрауда и два бенджикорда. Сбоку у меня находятся два патча. Один реплика ярфлага и второй кусань патч. Сзади находится крепление для очков и тобоскоп MS-2000. Сейчас я вам покажу, как он работает. Все очень легко делается. Итак, данный шлем я использую с наушниками Contact, Filter Contact 2. Они у меня с гелевыми амбушюрами. Теперь хочу показать вам шлем внутри. Здесь вы можете увидеть его оригинальный цвет. Подвес у меня Obscure H-Nape. Не могу подсказать вам толщину скорлупы, потому что здесь по всему периметру находится резиновая окантовка. Также подушки устанавливала под себя. Изготовлен данный шлем из кевлара. И теперь хочу сделать сравнение небольшое с его репликой от Emerson. Сразу будет видно, что реплика не такая матовая идет. Есть мелкие отблески, изготовлены из пластика. По всему периметру находится резиновая окантовка. Подвес можете сразу поменять этот, потому что он очень быстро разбалтывается. Буквально за 10 минут после того, как вы его отрегулировали, он может разболтаться. И подушки, которые шли в комплекте, также здесь установлены. Здесь нет просверленных отверстий для установки платформы для шрауда. Но есть отметки для того, чтобы их просверлить. Потом я, может, покажу вам их поближе. Ну, вот такое было небольшое сравнение. Давайте теперь подведем итоги. Данный шлем получился очень достойный. Хорошо подходит для моделирования и реконструкции. Он не просто красивый и удобный, но еще и сможет защитить вас не только от ударов, но и от выстрела боевой пули. Так что, ну, я советую вам этот шлем. Покупайте, если вы хотели его купить, и не сомневайтесь. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Всем пока!